Начнем с Mercedes Sprinter 315 Maxi 2008 года, 2.2 дизель, пробег 328 тысяч, автоматическая коробка, цена 7680 евро. Sprinter тоже 315, но не Maxi, а средний, 2009 года, тоже 2.2 дизель, механика, пробег 291 тысяча, цена с налогами 6350 евро. Так, тут у нас весьма проржавевший Volkswagen LT35, но почему-то написано LT31, 2001 года, 2.5 дизель, цена 2450 евро. Ford Transit 2.2 дизель, 2008 год выпуска, пробег 193 тысячи, цена с налогами 5990 евро. Citroen Jumper 2.2 дизель, 2006 год. Пробег не пишут. Цена 4400 евро. Дальше Fiat Ducato 2007 года. 2.3 дизель. Пробег 193 тысячи. Цена 4400 евро. Еще Fiat Ducato 2012 года, дизель 2 литра, пробег пишут 83 тысячи, цена 8400 евро. Здесь у нас Volkswagen Transporter 97 года. Двигатель 2.5 дизель, пробег 314 тысяч, цена 2950 евро. Этот Volkswagen Transporter платформа с дубль кабиной. 2006 год, двигатель 1.9. Пробег у него 221 тысяча. Цена с налогами 5140 евро. Здесь продаются в основном автомобили с фирмы, поэтому цена указана с НДС и без НДС. Но для частных лиц это цена с НДС. Этот Volkswagen тоже с дубль кабиной, но полноценный фургон. 1.9 TDI, 2008 год, пробег 316 тысяч, цена 5950 евро. Ford Transit, грузовой с дубль кабиной, дубль кабина без сидений. 2005 год, ТДЦИ 2 литра, пробег 187 тысяч, цена с налогами 3300 евро. Рено Мастер, грузовой, частично тентованный. 2009 год выпуска, пробег 111 тысяч, двигатель 2.5 DCI, цена 8770 евро.
Ford Transit 2008 года, двигатель 2.4, пробег 147 тысяч, цена с налогами 5142 евро. Еще Ford Transit грузовой с дубль кабиной, 2007 год выпуска, двигатель 2.4 TDCi, пробег 102 тысячи, цена 8 тысяч евро. Опять же, цена указана с налогами. Здесь посмотрим еще так называемые каблучки. Renault Kangoo 2009 года, дизель 1,5 литра, пробег 148 тысяч, цена 3900 евро. Citroen Berlingo 2008 года, 1.6 HDI, пробег 115 тысяч, цена 4770 евро. Citroen Jumpy, тоже 2008 года, 2 литра дизель, пробег 264 тысячи, цена 4290 евро. Это Peugeot Expert 2011 года, дизель 2 литра, пробег 179 тысяч, стоимость 8400 евро. Снова Citroen Jumpy 2010 года выпуска, 1.6 дизель, пробег 133 тысячи, цена 5380 евро. Здесь такой же Citroen Jumpy, моложе на 2 года, пробег 297 тысяч, двигатель 2 литра, цена 4290 евро. Opel Vivara 2.5 CDDI, 2011 год, двигатель 2 литра, пробег 129 тысяч и цена 8040 евро. Renault Trafic 2.5 DCI 2011 года, пробег 177 тысяч, стоимость 7560 евро. Этот Renault Trafic 2014 года, DCI 1.6, пробег 142 тысячи и цена его с налогами 12 640 евро. 2014 год. Opel Vivara 2 литра CDTI, пробег 144 тысячи, стоимость 7200 евро. Mercedes Vito 113 2010 года. 2.2 дизель, пробег 121 тысяча, цена 8 770 евро. Vito 109 CDI 2.2 литра,
2004 года. Пробег, пишут, тоже 121 тысяча. Цена 5260 евро. Volkswagen Transporter 2011 года. 2 литра ТДИ. Пробег 191 тысяча. Стоимость 15 400 евро. Volkswagen Transporter 2010 года, 2 литра ТДИ, автомат, пробег 213 тысяч, цена 12 тысяч евро. Этот желтый транспортер тоже автомат, тоже 2010 года, 2 литра ТДИ. Но пробег 377 тысяч километров и цена 7800 евро. Volkswagen Transporter 2.5 TDI 2005 год выпуска, пробег 160 тысяч. И стоимость 4170 евро. Volkswagen Transporter 2006 года. 1.9 TDI. Пробег 255 тысяч. Цена 4780 евро. Ну и еще один посмотрим транспортер 2.5 TDI 2007 года, высокий, пробег 197 тысяч, стоимость 7200 евро. На этом все. Смотрите наш канал, подписывайтесь, если интересно, ставьте лайки. Всего доброго!